на ремонте вот такой аппарат Skill Click 560 ватт. Диагноз работает рывками с дергается непонятно по какой причине, возможно щетки, кнопка или что-то с двигателем. Разбираем, разбирается вот здесь, винты откручиваем. Чтобы он разобрался, нужно открутить и вот эти три винта. Они длинные и попадают аж на то, что откручиваем, снимаем и смотрим, что у нас получается. Ну, при рассмотрении видно, что щетки несколько маловаты, но однако они еще есть. Половина щетки осталась. Чтобы вытащить электродвигатель, нужно откручивать эту шестерню, она там откручивается с той стороны. Откручивать пока еще не хочется, хочу просто приподнять. Таким образом приподнял, здесь зафиксировал, чтобы он назад не уходил. У меня есть доступ к щеткам, сейчас сниму щетки. Видно, что щетка немного во-первых, они короткие, во-вторых, их из-за того, что они короткие, немножко повыворачивало. Когда выворачивают щетки, они могут зависать в каком-то конкретном положении, и из-за этого но нет контакта. Сейчас посмотрю, действительно ли это так, разберу и убежусь, что все в порядке. Значит, щеточный блок просто вот отсоединяется от контакта и вытаскивается. Снимаем еще вот эти контакты, провода, чтобы они не мешали. И после этого можно щеточный блок, в общем-то, вытянуть. И теперь уже здесь, в таком положении, мешают щетки. Нужно их, сами щетки, вытащить, и тогда щеточный блок вытаскивается. Ну, хочу вам показать, что щетки действительно в плачевном состоянии. Очень маленькая, особенно вот эта. Она уже на краю зависала, и, возможно, из-за нее был плохой контакт. Щетки точно под замену. Замена щеток, и посмотрим, как после этого заработает шлифмашинка. Я поменял щетки, собрал тут на пару винтиков, чтобы можно было включить. Работают, в принципе, без проблем. Никаких посторонних шумов, дерганий нет. Поэтому ремонт, собственно, заключался в том, чтобы поменять щетки. Ну и теперь можно уже возвращать инструмент. Если было полезно, подписывайтесь на канал. Много ремонта разного инструмента. Всего доброго.